Валентине Коновой 88 лет. Она активна и всегда в хорошем настроении. В стационарное отделение комплексного центра социального обслуживания населения в Тотском районе попала 5 лет назад, о чем не жалеет. Отлично, доченька. Да тут прям рай. Хорошо здесь. И кормят хорошо, ухаживают хорошо. Бани каждую неделю. Все чистенько, и после бани-то у нас все нормально. А кушаем мы, не знаю как, все есть у нас. В отделении взят курс на активное долголетие, поэтому никому не дают сидеть без дела. Здесь постоянно проводятся различные мероприятия. Руководит учреждением Ольга Попова. Она уже 20 лет в социальной службе. По опыту работы знает, что больше всего нужно гражданам пожилого возраста и инвалидам. Дома они не общались и находились. Здесь у нас, считаю, вот для них почти каждые два раза, получается, в месяц проводятся мероприятия, то есть досуг делается. У нас приходят и из клуба, и из библиотеки для них, и с нашего центра, и психологи с ними работают, и юрисконсульт приходит с ними, работает. Вообще они очень у нас активны в этом, им это очень нравится. Отделение рассчитано на 18 человек. Для их проживания есть все необходимое. Полностью соблюдены условия доступной среды. Инвалиды-колясочники могут свободно перемещаться. Организовано четырехразовое питание. В любой момент окажут квалифицированную медицинскую помощь. Измерение артериального давления, термометрия, раздача лекарств, назначенные также врачом. Также сопровождаю бабушек и дедушек, допустим, к специалистам к узким, как хирург, невропатолог. Общими усилиями здесь делается все, чтобы выработать у пожилых людей активную жизненную позицию и снизить уровень одиночества.